Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я хочу поделиться с вами информацией, каким образом я победил ошибку, которую вы видели на превью и которую вы видите сейчас у себя на экране. Короче говоря, ребят, сегодня утром у меня утро началось с паники, я попытался зайти в свои аккаунты, и так получилось, что только в один из них, вообще по непонятной для меня причине, я смог абсолютно спокойно зайти, ровно так, как заходил вчера несколько раз. Но, слава богу, первое, почему я перекрестился, потому что это была основа, и уже мне стало немножко легче. Но все-то остальные аккаунты со всем наработанным, заработанным, сэкономленным и открытым отдавать, конечно, не хотелось, но и отпускать на ветер тоже. Короче говоря, ребят, смотрите, сейчас вы у себя на экране видите то сообщение, которое выпало мне. А именно, когда я попытался зайти к себе в аккаунт, причем вне зависимости от того, там какой регион я себе выбирал, у меня выдавалась ошибка. Этот аккаунт ожидает удаления, процесс удаления можно отменить в личном кабинете. Но, понятное дело, как послушный мальчик, первое, что я сделал, нажал на личный кабинет. При переходе на страницу Wargaming меня ожидало новое сообщение, что я могу восстановить свой аккаунт, это не есть абсолютно никакой проблемой, но таким образом я подтверждаю свое согласие на всех условиях перейти на Лесту. Отступление коротенькое. Дело в том, что как только было объявление о том, что можно начинать переход с СНГ на Евро, либо на РУ сервер, я выбрал для себя Евро и по всем своим аккаунтам прошел процедуру переноса. И что самое парадоксальное, что в дальнейшем я вполне спокойно играл на Европе. У меня в настройках, когда я заходил в личный свой кабинет в аккаунт в игре, у меня показывался флажок Евросоюза. Короче говоря, ребят, все аккаунты были на Европе. Понятное дело, что переходить на Лесту, как бы имея изначально план перейти на Европу, ну, у меня такого желания не было. Соответственно, начал копошиться. Полезной информации для себя я не нашел в интернете, начал методом проб и ошибок, и у меня получилось, ребят, следующим образом. Заранее скажу, ребят, те, кто знает этот способ, пожалуйста, не бросайтесь фекалиями в комментариях. К те, кому не надо это, пожалуйста, тоже этим не занимайтесь. Это видео исключительно для тех, у кого действительно есть такая проблема. И это один из способов решения. Что я сделал? Первое. Во время того, как выпадает ошибка, первое и основное, сверху над этим сообщением попытайтесь поменять сверху регион. Как вы видите на моей фотке, я запринскринил, когда у меня еще стоит выбран СНГ. Попытайтесь выбрать Европу и перезайти. Возможно, вам это поможет. Ребят, мне не помогло, говорю сразу, поэтому сразу переходим ко второму способу. Второй способ, но немножечко более кардинальный, но после этого я зашел во все свои аккаунты. Удаляете через настройки компьютера. Внимание, не просто там отдельно Wargaming Game Center, отдельно VG, я имею в виду отдельно Blitz и так далее. Я пробовал, я удалил отдельно Wargaming, переустановил, у меня ничего не получилось. Я установил в Wargaming вот Blitz, попытался зайти, ничего не вышло. Короче говоря, что я сделал? Я через свойства компьютера зашел, в моем случае, программы и компоненты, и через удаление программ правильное, да, то есть через настройки компьютера, вот через программы и компоненты, выбрал сначала удалить полностью все компоненты Wargaming Game Center, а именно, у меня были установлены обычные танки World of Tanks, сначала снес их, снес World of Tanks Blitz, и только после этого, когда у меня программа полностью все поудаляла, я удалил корневые каталоги игры, которые были созданы в моем случае в папке Games на моем одном из дисков, в моем случае диск D. После удаления этого я удалил Wargaming Game Center. И когда полностью все удаление произошло, заново зашел в инете, нашел Wargaming Game Center, скачал его, установил и через Wargaming Game Center в предложенных вариантах игр установил себе World of Tanks Blitz.
После установки World of Tanks Blitz я прописал свои аккаунты, подобавлял их, и при добавлении, ребят, обязательно не забивайте сверху, там где есть слева клавиша, видите, войти. С правой стороны сейчас у меня светится, как я говорил, СНГ на принтскрине. Выбирайте Европу, если, соответственно, ваши аккаунты на Европу переносились. После вот этих вот всех манипуляций у меня, слава богу, все заработало. У меня на месте вся моя голда, у меня на месте все, что я зарабатывал. Я ровным счетом ничего не потерял, чего и вам желаю. Я безумно надеюсь на то, что мое видео поможет хоть кому-нибудь из вас победить проблему отсутствия возможности входа. И, соответственно, ни в коем случае, ребят, не нажимайте кнопку восстановления аккаунта, если вы перебрасывали его на Европу. Вы таким образом, как я понимаю, убиваете свой аккаунт, и у вас на лесте будет, который вы не доберетесь, если вы на Европу переходили, если вы не в регионах России либо Белоруссии. Ребят, если вы переходили на Европу, соответственно, не соглашайтесь на это предложение. Просто переустановите так, как я сказал. И у вас, я надеюсь, я очень буду ждать ваших комментариев позитивных, что у вас все вышло, и очень надеюсь, что так оно и будет. На данный момент у меня все. Если вас интересует полезная информация, честные обзоры, ну и в виде благодарности за данное видео, если я вам смог помочь, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте колокольчик, не пропускайте мои новые видосы, новые обзоры, новые новости. Короче говоря, все, что я буду выпускать, я стараюсь ради вас. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.